В сторону США движется вторая колонна мигрантов. К границе Мексики с США направляется второй марш нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. В сторону границы США направляется второй марш нелегалов из стран Центральной Америки. Мигранты отправились из Гватемалы через территорию Мексики в направлении США, передает в среду, 24 октября, Reuters. Во вторник группа из более 1000 граждан центральноамериканских государств отправилась из Гватемалы к мексиканской границе, после того, как большой марш мигрантов, разгневанный американским президентом Дональдом Трампом, остановился на юге Мексики по пути к границе США, говорится в сообщении. Отмечено, что марш, участниками которого являются в основном мигранты из Гондураса, бегущие от насилия и бедности дома, сейчас находится в городе Хюкстла, штат Чиапас, примерно в 50 километров к северу от границы Гватемалы и в 1800 километров от границы США. В то же время правительство Мексики заявило, что получило 1699 запросов на получение статуса беженца. По оценкам мексиканских властей, число участников марша составляет около 4500 человек. Напомним, марш мигрантов из стран Центральной Америки в США, начавшийся с участием 200 человек, чуть более чем за неделю вырос до примерно 6000 участников. Ранее Дональд Трамп пообещал сократить помощь государствам в Центральной Америке и назвал марш мигрантов в Мексике вызовом для своего государства, стремясь повысить шансы республиканской партии на выборах в Конгресс 6 ноября. На прошлой неделе американский президент обвинил 3 центральноамериканские страны в том, что они не борются с оттоком населения, провоцируя массовую незаконную миграцию в США через территорию Мексики. Тогда Трамп пригрозил, что может направить войска для усиления контроля на американо-мексиканскую границу. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.